Not this again. Можно на немецком ругаться? Как это? У нас на Эви немецком? Лучший игрок в КБ, понимаешь? Его смотрят в каждой стране мира. А, ну окей. Да, тебя же заметут. Нельзя. Если по-молдавски. Ну да, это молдаванин. Меня из Молдавии даже смотрели. Черт. Я там черт только два слова знаю. Даже три японца смотрел. Самые хорошие. Кстати, вы игру запускали, у вас не было подвесона? Вам старый подвесон, потому что что-то не нравится. Нет, зашел как обычно. Как бы FPS сейчас вообще адски скачет. Переустанови винду. Спасибо за совет. Пожалуйста. А, нет, неправильно. Я же забыл, как оно уже. Почисти комп от пыли. Самое важное. Да, что-то они опять не химичили, мне так кажется. 23 на 39. Вон на евро начали заниматься оптимизацией. Это... Неужели? Главное вовремя. Или серверов, или новые серверы, я так и не понял. Да сейчас, раскошелятся. Там пост в блоге громадный есть. Вчера написали. На РТВ же, по-моему, такой фигни не было. По-моему, там все нормально было с оптимизацией. Это прям как Diablo 3 недавно ввели PvP туда. Да ладно, ввели все-таки? Да. Ой, че я там скоро зависну. Я посмотрел. Да, зависнешь там. Район что-то не тем заполняется. Зайдет какой-нибудь дяденька туда, который тебя заваншотит и уйдет. Хотя нет, они обычно не уходят. Они там остаются. Они да, просто там вырезают все и все. Не, у меня шпанах, меня не заваншотишь, меня забрал ударом можно. Скажи это варварам тем, которые там, я видос посмотрел, он вообще не спрашивает, какой у тебя класс. Ну там же сколько, 3 секунды и неуязвимый. А, ну да, нет, он даже обычно, когда убивает, сам тебя резает, чтобы еще раз потом убить. Как это? Он такой добрый чувак. Здорово. Ну там типа локация такая ВВПшная, да? И, короче, как она новая или как? Или старую просто переделали? Нет, я так понял, это уже заготовки арены у них были, ну они же сразу хотели водить-то, по идее. Ну, естественно, у них что-то там не срослось. Вот. И, короче... Бля, чё не резал со мной. И... О чем я говорил-то? Матюгальник. Матюгальник, нет. На новой арене, ПВП. Да, на новой арене, и вот эти локации там какие-то есть. Там заходишь, если тебя убивают, то можете на месте резнуть, допустим, этот же чувак. То есть работает эта система. Либо ты там через время резаешься в какой-то точке там на этой арене, грубо говоря. Там видос смотрел, был типа локация какая-то, ну, тристрамовская такая, то есть какая-то деревня там, каменные стены, типа того. Вот. Ну там сначала чувак зашел варваром, ну там все 60 уровня, и он, короче, кого-то смотрит, кого-то уже убили. Подбегает там другой варвар. Он на него прыгает, как бы. Тот в стане постоял, только из стана вышел, и этого варвара сразу просто расщепил. Потом зашел варвар 62 уровня. Ну и там все взбыли, короче, просто. Ну, то есть там, естественно, баланса никакого нет. Ну, а то будет ли он? Я даже качать не буду. Если они додумаются вести чисто PvP-шный шмот, без разрешения своего шмота. А как, нафига я тогда играл столько времени? Ну, извини, знаешь, там всякий задрот, и у кого бабла до жопы, ты им ничего вообще не сделаешь. Ну да, у меня там друг донатил. С лета еще, наверное, до сих пор играет. То есть, как бы, смысл в этом, в таком PvP? А если там гиры всякие делать, да, там, ну, ты поубивал соточку, тебе новый гир открылся, ты уже против такого гира там дерешься. Это имеет смысл. Короче, даже качать не буду. Я свернусь, скажете, если будут противники. Опять свернешься. Непристойное видео, что ли, смотреть? Сколько КБ минимум нужно для игры в ПБ? Вопрос нам, понимаю. Да, если бы. 256 человек.
опять на ПКБ в районе. Не, смотри, 31-40. Заполняется. Где ж они все-то? Они все на Гокни. Вот как написали. Все на Гокни. Только куда их? Вегас. Да, такой классный, гламурный. Я заметил. Вроде силовики грабить нечего. ФПС, беда, беда. А я никогда не расстраиваюсь, я просто не включаю. Хат дополнительный. Да что-то они опять, наверное, намутили в обнове свой последний. Все стабильненько было. Такие прыжки начались. Может, они специально наладили под мой рост телеком. У меня теперь все будет хорошо работать. Конечно. Утешай себя. У меня же теперь тоже почти рост телеком. Ну, рано или поздно, наверное. Почти это как? Будет. Слияние не завершено. Онлайн купили. Кстати, вот эта дырка у тебя, ну, стеклянная сверху крыши, напоминает первое, что в голову пришло, это Need for Speed Porsche. Need for Speed Porsche? Да, там была такая тачка, я не помню, как называется, Carrera какая-то, по-моему. У нее там, тоже по-моему, такой... все Carrera были. Ну, кстати, там, естественно, и разновидностей там много, этих Carrera. Вот. Ну вообще, кстати, такая достаточно крутая серия. Отлично, 3840. Все, шучу, должно быть. Я помню, там даже до конца прошел этот, там, ну, типа, тест, не тест-драйв, а как там, купола всякие, короче, ну, трюки типа на машине делаешь. Mm-hmm. Там в конце тебе дают супер крутую раскрашенную какую-то Porsche, блин, 911 Turbo, по-моему, какую-то. Блин, ты меня прям заинтриговал, надо это играть. Ну, сейчас тебе немного физика непривычная будет, то есть там, она немного, ну, конечно, симулятором, но там местами реально машина не, кажется, я люблю очень симулятор. Тяжелой. Мы так не знаем, ну вот Грид второй должен выйти, я обязательно поиграю, мне первая понравилась. Из последних гонок это самая такая удачная была. Ладно, давай миссию быстро протолкнем. Классная миссия. Классный джингл. Ну, да. Quiet, нажми. Ну, он же все катаются. Ну да, вот сейчас народ позаходил, сейчас должно уж что-нибудь додать. Конечно, на Гокни. Гокни? Давай найдем это место. Гокни. Ну, чувак же писался на Гокни. Ну, на гонке, я так понимаю, напечатался. Мы сейчас на пионере выиграем. Да. Затюнный. Колеса что-то прострелим. Остальных сомнем просто. Я пистолет не буду менять, если там уже появится. Серьезные игроки тогда. Сразу его выставляю. Такой пистолет. Это не Хэллоуин, парень. А, да вы вообще. Надень что-нибудь менее яркое. Не, машина рвет и убивает, шикарно попасть. Если попасть. Где наш ангует? Враги! Армагеддон. Нам армагеддец. По-моему, это... О, они здесь уже. Леви, по мне ты что стреляешь? Опа. А чё не по мне стрелять-то, не по вам начали? Я стрелял там полный ран. Я добили. Чё-то мы заехали как-то никак. Ну, не знаю. Не сразу, просто меня стрелять начал, что-то вас вообще пропустил.
Не, в меня пострелял один, второй. В тебя серебро стреляло. Что, блядь, в упор. А ты в меня, кстати, стрелял, козел. Пуля, конечно, попал. Да, вон ассисти даже дали. Надеюсь, тебе там денег не дадут за задание теперь. Да вообще. Что ты расстраивался? Меня машиной стеной зажало, меня греном выкидали и все. Ща разберемся, что там. Да, машинка, конечно, тут мне попалась. Но то, что она очень ужасная, она еще и розовая. Квайт там вообще просто дрючит. Ой. Так, на заправке вроде никто не контролит. Так, я взорву, потому что месиво. FPS, да? Правда, тухловат как хреново. Че езжать 30 метров? Отлично. 7 человек. Че так мало, давай. Где Бакарди? Стреляет по тебе. Делаю. Ну, делай, эти машины прикроют. Мазать. Поехали. Поехали. Слушай, а вот налево нельзя было. Мне вредно было. Только молю, в бак не врежься. Какой бак? Сейчас встанет, все, не переживай. Жесть. Что за розовое? Че вы там забыли? Отстреливаете, что ли? Да, в общем, как не печально, но и ног накосячил. ФПС просто угашечка. О, ништяк. Минус. Ты за рулем. Да насрать вообще. Да, там три хода. Угу. Какой это там стиль? Хуёво кинул. Осторожно. Шута его. Готово. Все, валим. Кипишь вообще. Вот у него задний ход вообще печальный, конечно. Так, проедешь или я выйду, задержу их. Поехали, забей. Ты под колеса мне не выпрыгивай, главное. Надо подлезать наверх. Просто в окно. В машине стреляю. Добейте, добейте. Так, сдаем грузи. Десять метров назад. Чумода. Слева. Слева. Сзади уже. Так, сейчас будут. Сам понял. Грена, грена, осторожно. Карди, когда отойдешь, скажешь. Ты уже отошел. Че, уже давно отошел. Все, я подхожу ближе. Так, все, я тут держусь еще. Смотрите другие стороны. Сзади. Да. Ребят, как только сторону сольете, скажите сразу. Ой, меня что-то глушануло. На задницу никто не смотрит, неудобно здесь смотреть. Так к точке спуститесь, чё вы? Характеристики компа спрашивают. Так, он ходит. Да-да, вижу, вижу. Блять. Руки заняты. Двое тегнутых. Меня сейчас или обходить будут, скорее всего, обходить будут.
Ну чё ты там живешь? Нету вроде никого. У меня патрон кончился. Это еще сейчас лагает из-за иного, опять она накосячила. Патронов нету. До меня никто не добегает, короче, даже. Ну, отлично, поэтому начал пропаганду насилия. Нубиков порез вам гоняет. Я до Паши попал с пистолета по нему. Ой, а это чё? Я стрелял и... Так, я ничего не понял. Так, куда? На дорогу выбежал, что ли, или чё? Угу. Или тебя обошли? Окей. Не, понимаешь, что он откуда ты появился, или никто в него не стрелял? Я чё-то не понял вообще. Текстуры не простреливай, сейчас не машину стреляют. Чё-то их в них много. Блин, а я сундук уже открывал. Чё, тебе сундук надо? Да. На. Сейчас у нас тут... Блять. Всё, как бы сундук оставить? Оставить я тоже хочу. У меня уже второй раз патроны кончились. Тут, короче, есть на N. Сидит на скамейке, на скамейке. Может, лежит уже? Да, лежит. Решил поспать. Так понял, Квайт сверловку ставил, а нет. Он сейчас подползает поближе. Так, патроны кончились. Пойду в почтовом ящике пополню. Опять одни ассисты. Это калаш. По-другому никак. 5-1 точку держал. Главное, удержал. Там можно было вообще на ней не сидеть, по-моему. Блин, ну реально, пристрелюбе опять лагает. Это вот как я в уме жаловался на новом компе. Это опять и новое, что-то опять накосячил. Сверло второе вместо третьего ставил. Потому что на Инове они оба по 5 метров дают. Ну не модно второе ставить. То есть почему по 5? А мы тестили, 5 метров оба дают вместо 7 третье. Когда они уже пофиксят, чтобы машину с первого раза можно было взламывать? Вот это мне очень интересно. 5 они же, что ли? Да. Потом противник? 6 человек. Эви, конечно, ты взял меня на тачку, нагрел. Ты же где-то нашел эту помойку? Ну я ее просто чистил как бы по заданию. Так что там либо пешком, садись, либо на ней. Да, я вижу. За мной уже. Сейчас почистим.
Я обею, короче. Вверху. Опять в узком пространстве. Виспер внизу, на крыше. Стар, по-моему. На крыше? Да. Крыша, чтоб все понял. Крыша вылез. Респаун у нас. Так, снизу убил, на крыше убежал. Еще один за автоматом. Снизу убил. Вообще дохлый, чего? Ты далеко стреляешь с калаша, зачем так ушел? Иди херач. Ничего там. Все работает, далеко я буду стоять. Да нет, не тут хрен ездит. Иди, смысл тогда? Инсайдер, у тебя тоже груз. Да, иду, иду. ФПС скачет. Да, кстати, есть немного. Тут виспер в говно. Сверху. На ступеньках. Справа. Сейчас увидим. Чего нету? Убил, убил. Ну чё, пошли, красный. Пошли, давайте, я вас подберу. Бери нас. Покарни. Что? Погнали чё? Погнали. Распрыжку. Ну вот это хоть Марай, она не имеет свойства переворачиваться. Вроде нет никого, не вижу. Ну да, он хватит их видеть. Ага. Гранаты нету. Хватит, хватит нубику стрелять. Пусть стреляет, господи. Пусть роли качают. Жалко, что. Я тоже хочу. Иди стреляй, груз у меня последний. Сольёшься, как всегда. Да, да тут никто не перебежит вообще. С такое расстояние они по дороге умрут все. Ладно, видал, про нас уже пишут. Секунду. Написал в сей. Ну а чё ноет? Пусть реально, если им тяжело, выходит из района, нормальные дядьки зайдут. Сходит пусть зеленые там, не знаю какие. Или вообще новый цвет какой-нибудь для них сделать. Да. Фиолетовый. Акварельный, гуашный. Ну Коля, у тебя просадок FPS не появилось? Ну, до 80 вот падает. Ну, вот такая же фигня. Но у меня тут парюсь. Спайки жуткие, черный, красный постоянно. Это нормально. Это вот нормальное состояние серверов новое. Не, он выше 40 не поднимается, поэтому я и не парю. Они просто гайды почитали, что спайки должны быть красными всегда. Опа, тут у меня много Эви. Покажу, помогаю. Опа, виска. Очень залитая. Так, один в говно там, давай. Да. Одну только попал. Ты в меня что ли? Я мертвый вообще. Да, да. По тачке. Опа. Виспер тут коцанный сильно. Что он мне быстро будет? Угу, меня тоже. Кот который? Потом. Потом. Машина ебашит. Прикрою Бакарди. Фу, чика. Былки, былки, телки. Не люблю галага, я стрелять начинаю, FPS просто падает. Так
Уеду. Магадан. Не зря гранат кинул. Бакардин, Квайт, садитесь. Они сами едут. Да-да. Опа. Я уже их прервал. Ты уже меня прервал. Да, извини. Взял, набил. Смотрю, вы серьезно так по фрагам заморачиваетесь, да? Пять звезд! Убивайте. Не успели. Вот ДВшник какой-то бегает. Давай, убивай. Нет! Что ты наделал? Он попросил. Надо уточнить, смешные как кто? Повернул до 70 FPS. Я его всегда выключаю, чтобы не расстраиваться. Еду просто FPS само садится. Думаешь, Джонг доживет до моих лет, видя себя таким образом? Спайки, привет. Техничку опять писать, может, додумаются. Может, не додумаются районов голдовых побольше сделать. Тоже напиши. Чтобы меньше нытья было, например. Почему нас убивают? Я протестую, я буду жаловаться. В общем, надо настрочить сегодня. Это как на турнире-то, если не пофиксит. Есть предположение, что им пер твой запрос, второе точно так же с турниром. На турнире район пустые будут. Да, может, это как не в районах где-то. Зависит очень
насколько полон район и насколько кастомизированы персонажи. Да нет, это не у меня, понимаешь, это... лагает. То ли с флешем что-то опять. Ну, вот я читал последнее сообщение там в блоге, вот. Они так это... Ну так, не так, но, говорю, все нормально было до этого обновления. В предыдущей профилактике тоже все нормально. Как бы у меня была такая же фигня после профилактики, у них армоса, по-моему, как раз таки. У меня все шикарно стало, как должно быть. Но сейчас такая же фигня началась. Я еще тему поднимал тоже саппорт, типа, мы не знаем, что у вас. Там все жаловались на это. Сейчас опять ной пойдет. На моей машине такой свет нет, думаешь, но... Эй! Ой. Пардон. Че это у вас там происходит? А, да... Пальчик пожелал убийства. Может, все-таки в том голдовом попробовать, не? Где 8 FPS? Да. Ну а че? Лучше уж там. Когда единственный район и 8 FPS. Ну тут по 6 человек нам надо ждать, как берется. Да че толку, блин, от этих 6 человек лучше. Тогда пойдем в деловой и не будет проблем. Не. Либо иди и соло играем, мы втроем поиграем, нам будет больше давать. Нет. Тогда все не надо. Вместе закончится. Не бывать тебе. Закончился. Куда хоть кинул? Деловой кинул. Ну, на удачу куда. Если не будет голдовый, не знаю, можно будет пробиваться. На удачу кинул. Зеленый? Сейчас будет нормально. 1 на 17. 18. Так, сейчас посмотрим с районами. Так. Давай в 10 пробиваться. Сначала посмотреть нельзя было. Ну а что посмотреть? На удачу же. Всем отрядам. Короче, мы не фартовые. Да, вообще. Не захожу. Угу, найс. Десятый деловой, да? Угу. Печально. Ага. Надо что-то будет на YouTube что ли залить, тут что-то я забил как-то. А есть чё? Есть чё, да. Сейчас что-нибудь настреляем, долго что ли? По стрелушке? Ну да. Я украл мою идею в танке по катушке, начал писать. Вообще. Думал, я невидимка, не замечу тогда. Давай. Я пробьюсь 10-й. Когда-нибудь. Какие треники бегут. Где же очередь?
кто еще пробился? Unquiet, не знаю, инсайдер пробился или нет. Да. Yeah. Ну, все, значит. У вас уже 40 из 40. Угу. Unquiet, посмотри, как с FPS там. Сервера? Угу. 25. Нормально. 24. Больше и не будет. О, я пробился. Занял мое место. Сейчас еще и Эви твое место займет. Очень классно будет. А ладно, я пока минками закинусь. Перекур пальца сделаю. Так не везет-то. Чё, до сих пор не пробился? Я через тройной выстрел. О! Yes! Еще раз он отошел, можно начать пока. Кто отошел? Я зашел. Давай вторым, пока что пока пробивается. Охерели что ли? Ладно, ладно, не будем, там говорить жми. Что? Жми. Может, сразу нападем? Давай сразу нападаем. Старый. Главное, сильно не выпрыгивай из машины резко. Так, уже на точку. Ай, лагай, 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 отлагал. Груз забирайте. Там серебряшка, встретишь его, через сетку вылазит. Эви, у него груз. Убил. Вылез. Ну все, теперь можем груз давить. Где лежит-то? За решеткой, вот. Диск с игрой, что ли? Пиратская. Кота вот здесь вот. От Фаргуса? Приехал. Да ладно, переводы Фаргуса были вообще лучшими. Да и сами там, вирусников. Ту его хуча. Нижний страж. Да ё-моё, лагаю. Так, грузик палим. Чё по машине, никто не стреляет, чё неинтересно никому? Патронов жалко. От вас силовики уходят. Сейчас прыгну. На мосту один. Мосту? Да, запрыгнул в машине. Ух ты какой. Спасибо.
Дали. Я не понимаю, что сегодня какие-то каникулы или что, блядь. Сегодня праздник, по-моему. 19 февраля. Что, убили или нет? У меня патроны кончаются. Ух ты. Как меня Зокс переехал. За столбом один. Угу. Не увезли там? А гранат нету. Нет на месте. И что за столб? Не расскажете? А вон куда мы стреляем. Намек понял. Жесть, силовики выходят из района, криминала не хотят. Дальше за забором еще один в дворах. Лол. Не хочет умирать тут паренек. О, умер. Я тебя спас. Чего непонятно. Заставил, дальше сидел. Патроны, гранаты, канал. Достал пистолетик и ХВР где-то. Да. Вон он наверху. Опа, попал по мне. Блин, а ты гранат не кинешь. Че, на мост-то нельзя? Ага, нельзя. Че, уже пода, уже пода. Сейчас груз на себе. Убил снайпер. Неужели? Он на дабле. На подъеме или где? Да. Базукой там или с чем-то, короче, залез наверху. Снайпер на дороге. Да, базука. ВМ. Инсайдер, зачем так сразу? Не, я постоянно об этом пишу. Ну, закинем ему 500 рублей на счет. Пойдет. Саган труп. Бан вам. Всем по бану Толян угощает. Дальше на машину починим. Да можно. Еще и мою войну. Эй, не ломай мне машину. У тебя трактор. Тебе такой же. У меня модный. Отстарайся меня. Опять? Это в империоны. Клан кошки. Шестапы там. Чикатило это. Олег. Олег, это опасно. Шелли тут справа. Что, приехал парень? Давай гопнем.
Еще один, двое. Двое. Я прикрою, если что. Добей. Ни хрена себе. Че, попал в себе, да? Да, какой-то это, возможно, читачок. Ладно, я уезжаю, но у него алик, блядь. Я за угол попробую. Ни разу не промазал. Нормально, вроде увез машину. Бля, мешает тут. Все окей. Анквай, ты разговаривай с нами хотя бы. Я же не вижу его. Смотрю, что ты туда стреляешь, а он мне в спину. Негодяй. Как бы, хоть намек там, блядь, инсайдер, тебя сейчас убьют сзади в спину. Я хотя бы знал, что ждать. На мосту на подъеме респани. На. Да. Молись, что я успел. Адьюс. Ты Спиди Гонзалес? Угу. Какая-то сам пылесось. Так, а что у нас? 4. Эй, стой. Блин, далековато. Я вообще не мог какой-то. Чемоданы сюда поставлю. Я их еще и тут не хожу. Окей. Я пойду наверх тогда пока тут. До вас уже пешком дойти можно. Так, ну что, где наши желающие идут? Груз на крышку не закиньте. С этого, с Е. Едут, не доедут. Сейчас у нас, сзади у нас. Угу. Сзади у вас. Один у нас будет на В. Через секунду. Очень тагнуто не вылезет. Так, едут еще с Н по дороге. С Н не едут, с Н стреляют уже. Покоцан. Сейчас будет. У нас будет. Убил. Хватит на дороге. Базукал, козел. Симч. Че пока нас не обходит больше? Входит. Нас внутри. Я его не вижу теперь. Нас. Когда близко подойдет, скажешь, я пока прикрою. Он где остановка запрыгивает. Еще один ЕН. Внутри что ли? Убил на дороге. ЕН. А вампиренок. Блин, лагает. Кнопку нажимаешь, что лагает. Есть такое. Давай этого копнем, тут стоит. Где? Да под нет, вами просто. Один. Залазь. Или двое. Так, там что-то рвануло. Да. Базука. Да. Бакарди, ну я же сказал. Базука. Да, базука. Зука. У меня опять. Все, давай, это лобешка прилетела. Короче, вниз. Со смавом Рус, наверх залезает. Вниз. О, респ вообще печальный. За что мне так повезло? Причем одна смерть его почему-то не подкинула. Fire in the hole. У-ху. Не попал. Я тоже походу не попал. Мисс. Наверху, где моя позиция, там зашел. Где твоя позиция? Бывшая, я его убил. У них респа всех с Е, короче.
надо пополнить, что ли. Почему так? Как-то тихо, мне как-то это опасно. Ой, что-то меня стреляет. Ты попал вроде не нормально. Да. Да он пытается своим револьверчиком, по-моему, по звуке. Танчик, танчик. У меня такой же есть. ЗС-ка делал. Ну, даже не знаю, не знаю. Честно. Да. Не вызовется. Да не пофиксит уже это. Никогда. Два парковочных места, одна машина занимает даже больше. Даже дай-ка я этот дробовик возьму. Что-то так фигово с лагами играть всяко. Что у тебя, спайки? Спайки. Ну опять все вернул, что был там месяца два назад. Так сейчас и новую опять накроют, это же волна. Я опять FPS маленький, у меня не работает ничего. Не читер, это FPS. Может это не это, чтобы с читеров снять напор. Ох, что-то меня назад откидывать начало. Это нормально. Не, ну это бывает, конечно. Тотус психопат. Три раза подряд. Ой, классная миссия. Далеко. Я говорю, классная миссия. Ну не сдавайте, сразу закончится. Странно. Машину доставил, а она не осталась. Не логично. У тебя груз. Бочка. Да. Все, машина больше не нужна. Опа, системник. Новенький. Нормально. Ой, да. У меня что-то покруче. Нет, я думаю, ты на ней не поиграешь. Я на ней подзрываю. Хотя не, магнитолу тырить круче. Это... Блин, а чё? Ай, в карман засунул. Карман засунул. Сейчас ориентировку буду брать, какие-нибудь алчные полицейские. Из-за одной магнитолы. Вон, подарю девке. О, она милицию звонит. Смотри, он Quiet там закурил. Смотрю, по ВНХ не очень-то хочет, наверное, вступать в сообщество. Он Quiet, хорош там курить во сне. Ну? Что там? У тебя там дымится что-то. Шашлыки. Всем морали. Куда тебе систем? Ничего своего не хватает. Я тебе подставить хочу. Ага. Это не моя машина, так что. Окей. Макруха. Да? Ну ладно, Бакарди подставлю. Так я тебя не видел. Сейчас тебя будет. Вообще просто вдвойне, на. Пойду пока за бибикой схожу. Еще вот так можно сделать.
А почему груз на машину не падает, а вниз? Сдавайте, давайте, ну, вместе начнем. Ага, у меня какой-то хэллоуинский чувак качается. Потому что я никого не выбрал. За что? Мне что-то там... Ты отжимаешься, классно. Жим-жим. Пылесос, ты чё, сбунтовался? Что я понесло? Блин, ну серьезно, иного, за что лаги? Я хочу нормально в эту игру поиграть. Читеры, лаги, чё ещё? Блин. Давай футбол, он квайт. Пылесос, кстати, медленный. Да, это разгоняется быстро. Ну, азотик ему прикупил, нормально. У нас тарантас. Отличный. Кстати, у силовиков, по-моему, еще медленнее. Что-то жирнее. Вряд ли. Прям дискриминация. Ну, я теперь авторитетен. Спайк вообще желтый постоянно. У меня красный. На как прописать подробное? Подробности КВС. Ой, ну. Зачем переводить команду? Объявлена охота на персонажа Пидрилка. А у меня зеленый спайк. Кися, кися, кися. Санфара, ФБАй. Колби, Абея, Абир, Стар. Санфара, ну Санфара, это хорошо. У меня спайки зеленые. У тебя за 40 FPS так не выходит, да? 36, 37, 38, 39. Давай, давай, 40. Так, ну чё, где? Чё молчите-то, товарищи? У меня тут киси какая-то. У меня радар, конечно, есть, но было бы неплохо, если бы разговаривали все. Блин, ты молодец, конечно, гранаты кинул. Нормально все. А, тебя убили? Да. Чё-то я... Разговаривали бы, живой бы был. Ну давай, говори. Так, ну, гранаты ты его бы не покоцал вообще, вот меня. Тут один садил. Где? Вижу. Не, его тоже укоцал. Бле. Внизу или где? Меня на убил себе. Пацаны немножко. На втором мосту, который? Mm-hmm. Тут за углом на у меня. Пойдем есть. А-а-а. Там треник. С дальним, что ли, чем-нибудь? Не, обычно... У меня внизу один за углом. Так, у меня тут прыгает бегает. Ты глянешь, там дробовик сидит. А ну хватит, где-то тут. Где? Дальше. У меня за углом, у точки. Вот он. Добей. Я обея того просто нагнул с того моста, не надо было влезать. Коцаны сильно очень. Понял. Поднимается наверх, сидит. Наверх поднимается. В точке сидит, ушел к вызову тачек. Обея, обея, обея. Там внизу бежит треник со стороны. Хедшот.
Бля, вы заебали, если честно. Давайте двое, короче, на дороге красьте. Ну вот этого бы и надо было, не хватает немного вашего. Вы говорите, когда умрете уже, говорите то, чтоб фасист там был. Под инсайдер, бом. Вали его. Да куда вали, тут бежит один по дороге. Все, упал. Убил по дороге. Все, вроде чисто, да, можно делать. Уже давно сделал. Только что этап переделался. Паника, не паника. Машинку, да. Машинку тебе. Так, уже там, короче, на машине, они втроем, все трое на тачке. Видишь, даже у них машинка есть. Да, у нас нету. Теперь оригинальный способ останавливать машины, как у Джемки. Одну кисю убил, они забегают. Бля, что они делают-то вообще? Да там безумные какие-то. Что они делают? Это тут было. Вижу. Грант закинул еще как-то. Да, да. Залит и в устах он там. Да. Пока рисую. Они летят. Хорошо летят. Абир. Ой. Что так больно-то? Да. Говорю же, на Абир поменяли. Покоцаны сильно. Гранатки себе разбрасывают. Тут еще один подо мной. Обеи там. Пойди, если че. Так, вижу. Возле точки. За стенкой, короче. И один ко мне, а нет, не ко мне. Так, их трое там, прям за стенкой, может гранату туда закинуть. Сейчас. Ой, мне хорошо насыпали. Черт. Ты генератором косвенно. Моста на крыше. Куда залезает? Бер перестрелял. Один на мост едет. Один у моста. Тебе, да? Подъема на мост, где генераторы крыши. Кинку взял. Давайте я крышу пока. На крыше у моста. С ХВРом. Так. Еду, еду, еду. Один на крыше за это. Так, эй, осторожно, стреляйте в спину. Прикрою. Я пока бомбу сделаю. Так, Виксвичера, босс. Делается быстро бомба. Все, заходи, заходи. Блять, меня сейчас убьют. Живой? Нормально, я схожу. Тут снайпер у меня еще. Конкретней. На крыше. Крыше вот. За вентиляцией. Спрыгни. Пена, аккуратно. Ай-яй-яй. Убил? Под тобой, да. Добил его, все. Все. В. Точки где-то рядом. Жо. Да что? Оп, оп, три оп, звезды. Оп. Шесть. Куда нам три звезды-то? Не хватает кися там. Хорошее определение там. Там. Вен. ХВР там еще. Резко у них там. User in your channel timed out. У них там резко. Снайпер там попал. User joined your channel. Connection. Lost. Problems. Yes. Ростелеком. Во дворике. Ой, там мэтт, походу, на ХВР взяли. Тегнутый ХВР направо ушел. Экшн, экшн, экшн. Там же сидит. Анклайд, так, смотри, у тебя где-то. В перегруз надо уйти, сейчас зайду. Открыли дверь. Внутри в здании, да. Там еще в здании, по-моему, один башен. Темный.
застрелите его. А чё ж ты молчишь, что тебя убили-то? Не видно. Нет, я в другую сторону смотрел. Сайдер вылетел. Да и фиг, кто он там нужен. Да, инсайдер. Ой, там макрос, походу, вообще что-то звук такой. А, один на крыше у меня, дробовик. Меня убили. Остальные идут оттуда жоры. Уже у точки сейчас делать будет. Наверх над точкой залез. На мосту, надо на мосту снимать. Двое на точке. У меня это мост. С моста убили. Ты какой гад. Все делаю. 23 секунды. Тут двое у меня. Ага, вижу. Там у вызова тачка один. Один? Совсем один. Внизу, внизу под нами. Что у меня? У меня на крышу. Текстуру попадал. Серебряшка. Что, ГПЛ купить? Позорвать вас. Побегал. Что у вас? Пострелять, позорвать захотелось. Бери асмав сразу. Как раз суперпатч поставит. С ним уже так не поиграешь. Че у вас там миссия все еще идет? Кончилась. Ну, новую начал. Новая началась, пустая. А ты перезагрузился? Да. Ага. Номер, сейчас премиум должен закончиться. У меня не начинался. Катило. Белеза, что надо? Чикатило. Вчера против них играли. Тут уже заходит Се. Нет, не заходит. Сейчас приеду. Район не сможете так сходу напомнить? 10? 10 деловой. Да. Угу. Клан нажми, что увидишь. Но я хочу сразу зайти. Пылесос, давай. Щекотилка перед нами. Блин, так противно реально играть этот квест форсаж. Струляй в него полностью. Давай, давай. Тебя же грузами. Не знаю, я так... Избавился от хвоста. Слева. Что там слева? Где слева? Один ушел в ванквайт, а один перед. Да, слева. Вау! Долго нас с газом сидел. Интересно, как вы им позволили меня фугас кинуть. Как они посмели?
Ух. Далеко, 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 по сути, такой. Машина фигачит. Машина фигачит? Да, электроприцел. Крабик. Точка-то какая? Какая? Сексуально. Тоже замечательно. А, если бы я еще не подлагивал, да, у меня тоже есть. Он уезжает. CES. Скорее всего, за углами нас спасти будут. Хватит, иди отнеси куда-нибудь, идем дальше. Неужели? Ох ты ж, да ладно. Не, он очень странно стреляет с ним. Я за 34 патрона убил. Читачок может. Чикатило же. Тут он за углом стоит. Причем пустой у него, Олег, без перок. Забегает наверху, сейчас через дверь пойдет. Микро его не остановит. У вас бэкап есть? Нет. Сейчас Чикатило куда-нибудь прибежит. Чика-чика, ты где? Ой, рефлекс. Что-то опасно с тобой ехать, ну ладно. Сейчас задом куда-то вперед уехал. Еще мы квайта подберем. И все умрем в одной машине. Я вас спас, крабы. Даже не сказал, что он там. Я слышу ваши выстрелы. Уеду я подальше. Я пылесос нашел. Без розетки, правда. Это новый немецкий. Батарейки перевезли опять, блядь. Страшно. Сначала зачистим. Не там на В. Видел кого? На Ви. Кому-то садил. Сливать тебе, отлично. Что есть? Один у меня. Ну вот и все. Инсайд, оттащи грузы. Это далеко. Погрифить, погостить, да? Просто на Али вплотную на машинке подъезжать на этой, как-то совсем не очень было. Все, сейчас пойдет уже. Оп, оп, оп. 400 метров, отлично. Блин, FPS вообще рваный, так бесит. Еще не видишь просто, что у меня на экране происходит. Я даже смотреть не хочу, испугался. Да ладно. Анква это ждала мина. Ладно, я отомстил. Со спины. Спины. Это точка неудобная. Со спины. Со спины. Да, это пена, наверное, ключевое слово. Они уже им взяли. Ой, тут что не дали небо. Точно. Ах ты, не бро. Среднюю делаю.
Блин, меня лагает, бесит. Еще один пулемет. Да ну. Что? Жестко начинают тупить, мажешь? Когда лаги, да. Надо ближняк брать. Давай тут гости. А я что-то и не заметил, что вы здесь. Я уезжаю. Ты реально потом скажешь, что вот там. Сливает. Тут где-то один Томиган внутри там. Да, второй. Сходите, один остался. На центр прям бегают, в точке. Пошел к лестнице. Да ладно. Сказки не рассказывают. Баюк пытался. И с дробовиком увести. Не. Вот тут вот где-то. Да-да-да. Сидит. Белеза пойдет с Е. Смотрите там ход. Слева от вас тут. Да, он там отрется. Угу. Он там. А, не-не-не, он тут, он тут. Он, походу, видел, что я его увидел. Он коцанный сильно. С... от двери справа. Не, заходит, заходит тут близко. Сзади один еще. Куча левых еще бегает. Ну, в дверях справа где-где. Да не рассказывай ты мне сказки. ФБС ненавижу. Нашу дальнюю берут. Берите ленту, сейчас я НКОТ объехал. Блин, вот все прямо. Ну, там один тоже курсит. Да. Тебя тоже что ли скосило? Да. Вылез как бы убить должен. А, спина меня убил. Еще один пришел. На N, да? Туда N идем. На центральную точку. Двое. Со стороны L идут еще. Блин, а их так прогрел хорошо, что-то. Я одного убил, второго тоже сильно накуцал. Че, проиграли? Нет. Станочка я выиграл, наверное. А че ты тогда какие-то недовольные? Плохо выиграли. Плохо выиграли, да. Вообще, блин, ну разочаровывает. Ты на евро поиграй вот сейчас. Гадина вообще ты там убивает. Еще в два раза хуже. Если не в три. Там в районах, ну, невозможно играть сейчас. 15 сервер FPS, все лагает, ну, дергай. Понятно. Садись.
Спайки. Просто уверен, что это что-то с Армусом связано. Что там, что-то ввели в Армус? Ну они вечно что-то с Армусом делают. Я помню, как эту фигню... Давно пора. Да как смысл, если он сейчас никак не работает, по идее? Видите? Рафик! Рафик, который ныл тут? О, все. Жди беды. Сейчас будет. Со спины. Я тебя спас. Че я вылазил, собственно? Шо. Двое на крыше, на. Вижу. И на маску. Нам только уничтожить, кстати, надо, может не заморачиваться. Покоцал на крыше. Ну ладно, как я его убил за два патрона. По карте делай. Второй же делай. Еду с моей стороны. Квайт. Кольт, под тобой, кольт. Все, сделал С, я иду. Талочный за мной дальше побежит или нет? Побежал. Все, будем графику делать. Бля, на С резче. Он на дороге меня добил. Бакарди, убей его. Аллах Адбар. Ужас. Тишина пока что. Сейчас узнаем, где кто. И резко инсайд раунд там, точно никого нет. Делайте, надеюсь. Поджигалку надо открыть до конца. Три поджога осталось. А, да. Так, едет тут, прикроюсь, что-то. Дальше уехал. Еще один. Он неадекватен. Опасен. Полно народу. Ну все, живи. Все, там они все. Езди там, не знаю. Чисто вроде он quiet. Да. Повелся. За мной или либо левый, либо не знаю. Забегает на Е. Есть. С тобой рядом тут. Отлично. Ой, мне всадили там неплохо так сверху. Конечно, колбы стреляют за 30 метров. Угу, да. Капец, не было. Кстати, просто уничтожил. Меня пострелял и убежал. На дороге резко своя. Да, блин. Одного убил там. Убей Бакар, тут один очень дохл. Катушка сраная. Он понял, Эви? Тебе пишет. Но со спины только и можешь крыть. Со спины. Писем буквально. Меня один. Это не поможет, надо же, ну, основы русского языка. Внизу еще один ходит. Опа, с дороги зашел к вам туда во двор, походцы неси. А, сверху тут. Так, я понял, еду дальше туда. Раш склад. Вперед, восьмой номер, твой час настал. Ой, блять, я водил. Давай, конечно, мата вообще. Поменьше. У нас же дети смотрят. Да, нас дети смотрят. Да, они же со школы пришли. Нас два плюс. Если что, прикрою. Так, а чё аж никто не закрасил, никто не скажет. Ну, вы там были. Ну, конечно, теперь мы виноваты. Ну да, в принципе, я точно не виноват. Резко инфа, еще что-нибудь есть. Чай, кофе. Не знаю. Пирожки. Наш есть.
Ну, естественно. Все же оттуда ушли. Я эту пока поделаю. Сейчас опять смотри. Со спины. Вот, а на квайт, видишь, дальше бежит? Бля, опять это получил. Со спина. Вообще в дрова он. Кого ты там стреляешь-то? Меня тут на дороге такой. Чемпион макросный. По карте держись. Все видно. Еще он патрончики пополнит для машинки. Я спас тебя какой-то. Я сам себя спас. Ну вообще. Я прям Суперман. Мун. Мун. Сейлор Мун. Угу. Есть, идет. Рафик у моей машины, скотина. Ты да умрешь ты! Чё ж ты палишься раньше времени? Лагает вообще дико. Ты нафиг. Джокера докачать до 15-го что ли? Ой, Бакар, это Грена. Рафика вообще с нами или нет? А, его кикнули. Чуть болтается. Обидно, да. За Рафика обидно. Со спины. Со спины. Рафик. Сейчас ушли, они там резнутся. Да, у меня патронов маркер, как бы. Маркер вижу на этих точках. Понял, да. У точки G. Красит один на точке G. Один красит, один на крыше. Под на крыше вижу один. Блин. Того на точке я убил, на крыше сильно покоцанный. Сзади мне дробовик добежал. Я с дороги зашел. Негодяй. Три колби, один стар у них. Тут двое по углам стояли. И этот радуга, который меня заебал уже. За углом ждал. Блин, я же звезда бегаю как этот. Снайпер на крыше меня отогнал. Убил. Снайпер на крыше покоцанный. Прервал мою силу. Оу, все три точки отжали. Сандер, я ему там пульки 3-4. Они все на улицу выбежали и... Это зря. Нормально стреляет. Отлично. Минус 2. Тут еще один. Я аж поделаю пока. Машина горит аккуратно. А тут это где? Блять, наш дробовиком. Тэгнутый. Я не подумал, что там есть кто-то. Далеко на С со стороны дороги. Блин, там НХВР, меня попал гранаты, по карте коридор. С одной стороны, пожалуйста. Потому что я не хочу через тебя стрелять. Да меня убили, взорвали кого-то. Да. Убедился, блять. Лол, ну что ладно, за лаги? Ну ладно, мы выиграли, короче. Да лаги, иного. Так, отойду-ка я минут на 5-10. Тогда вот так вот. Ах вы нехорошие. Отошлем твое тело на родину. Вы же фигу вот когда лагает. Буду ныть. Меня зовут Валериной, потому что я умею ходить на цыпочках и умею ходить на шум.
жутковато как-то. Бывает. Баба 004. То, что не хватало. И последнюю серебряшку прочитай. Педрилка. Ой, куда я новый смотришь? Хотя так создан. И главное уже СПР Нео. Да, надо, все дела. Едет тут двое. Трое. Ух ты, как меня сильно зашатал этот педрилка. Серьезно. Я его, конечно, покосил. А, ты его убил, отлично. Нифига себе, за машиной. А, да, парень. Димас. Поднимается по... ближе к колонке лестницы. Так, едет еще один. Лаги, все понятно. С АПП что-то натворили, меня аж зависон был. На, прям трется, Томми. А я бессмертен. Сразу справа. Шмалял он мне жестоко, конечно. Где еще? Вижу. Да что, я первый выстрелил, алё. Что за бред? Так, ладно, я делаю пока. Гошот. Там на лестнице снайпер, черт. Ну, Ван Квайт пошел за ним. Вон респаун. Все, сделал. Классно. Машину давайте, переначьте. А чё, у тебя там нету? Ну, они спрятались уже. Машина вообще покоцана уже, но они уехали. А где днюшка-то? Дальше. Панквайт, вызов же тут рядом есть что-то. Что за бред? А вот. Лаги просто 70 FPS. Ну что за бред? Ладно, я записываю вообще с полтинником что-то. Нет, они как это, не 70 FPS, а вообще меньше. Начинает дико. Не плавно же. Вижу сверху. Бил. Один снизу. А сегодня я на иного буду матюгаться. Коцаны снизу. Гранат у меня нету. Блин, сейчас где, я... Где? Бил. Точка. И остальные едут двое там. Где там? Я. Понял. Так, грузик, давай, смотри, грузик, чтобы не обошли меня. У тебя груз. А, точно. Я слоу. Фок. So так, slow. Yes, снайпер. Ну, я добегу. Куда ты сейчас денешься? Садил. Тачку коцаю. Уже не коцаю. Осторожно, там еще блин сзади. Готов. Угу. Да тут еще томиган есть. Гранаты нету. Лёг-то вроде был, нет? Мне показалось. Чисто. У тебя уже патронов нормально все? Печально. Давай, может, возьмем сначала? Да забей, надо рваться. У меня там одна с половиной обоймы на обеи. У нас еще машина классная. Да, что, нормально? Бывает. Один чих и взорвемся. Она... А, здравствуй. Что-то я не слышу. А, может, да, уже началось. О! Вижу. Супер баба! Вижу.
Да чтоб тебя, Хверсик, не сядет Хверсик. Ну, это убивает, сидит там. У меня 13 патронов. Чё? Ух ты, тут трое. Они присели. Вылетел на одного. Лол, я с пистолетом тут бегаю. Да хуй вам. Блять, почти взорвал же тачку. Ладно, будем как-нибудь обходить. Так, я с W прибегу. Снайпер у меня. Где конкретней? С. Все сидят, блин, мне батю что-нибудь дальнее, я бы так побивал. Так, стоп, погоди. Возьми что-нибудь дальнее. Подниму сейчас его. Снайпер, снайпер справа. Пойти я. Я его контролю сейчас буду, может сзади пойти. Анквай, там сразу выйдешь, за тобой будет. Ага. Так, снайпер что-то не вижу. Где ты говоришь, снайпер? Где-то тут. А вот сзади у меня. Понял. Подходись. Да. Ой. Сидит там же, сидит, сидит, красава. Понял. Как свитчер, так что аккуратнее. Может он скилловый просто. Я бы поспорил. Блять. Я забываю. Матюгальник. Опять там. Да. Это я зря придумал. Я точнее. Все, делаем. Все мертвые? Вроде. Янквай это пока прикрою. Вон супербабот. Где? Двое респаунили. Покоцаны на дороге там. Убивай босса. Супербаба тоже покоцаны. Всё, съел. Аккуратней сюда, дымится. Делай, так, я тачку везу. Делай, делай, чтобы они не взорвали тебя, не дай бог. Всё. Просто... Через парня дробь летит, отлично. Так, погоди-ка. Да. Садись. Так, поздно уже. Давай, давай. Что ты хотел, поводить так сильно? Ну ладно, другой раз. Чё? Машинки не наиграл. А можно было заехать? Нет, не можно было, надо быстрее сюда. Ну тебе. Вроде нету. Так, едет. Гранаты закидывай. Так, что-то он передумал, я смотрю. Так, с другой стороны все едут, анквайт с твоей. Анквайт, да. Гранату кинул, осторожно. Сумку уносят, сумку уносят. Понял, понял, бегу. Сзади обходит нас. Он дофига народ. Анквайт, а как да. Ты смотрел-то? Все у меня. Ты убежал с гранатой, он стоял и смотрел на него в шоп. Ай. Нас просто супербаба, да. Заовнило. Печаль. Так, вы что, милишники оба, да? Давайте тогда. Гашишники. За руль, я выйду спрыгну чуть пораньше. А вы там расщеплять будете. Да ладно, все, 4 человека. Ну, какая разница? Мне в любом случае за рулем. Давай, пистолетик, давай сейчас будем. Не учи супердрайвера. Сейчас куда-нибудь впищунимся. Вот-вот, супердрайвер. Ну-ка, фас. Подожди, подожди. Ну, он анквайт, ты это зря сделал. Езжай, 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 езжай. Я выйду, все, выхожу. Покоцал этого. В машине, по-моему,
А второе что, не убили никого? Блин, дробовик 6 патронов, машину все всадил. Так, я на Анклай это убил, да. Пожертвовали. Молодец. И ни одной машины. Гошотин. Попробуем перевес. Беда. Что такое было? Сзади. Возьмите Вегас там, я не знаю, кто-нибудь. Не люблю нубов со всякими катушками. Ну а что им делать? Блин, телефон звонит. Да. Секунду. Кстати, нафига вы тачки едете, вот, взорвать еще раз прыгнуть. Ты, парень, готов. Да патроны, блин, да что же такое? Как будто 10 выстрелов одним делают. Убивайте, давайте, станет там тупец. Вроде не 6 выстрелов делал, а у меня патроны закончились, вообще отлично. Опять увозит танкает. Так, все, я в строю. Извините, телефон. Машина, да? Сейчас я их разверну. Поцел. Все. Просто в лицо. И что, дефин? Давайте сюда. Лаги. Но я живой вроде. Еле как выехал оттуда. Едет, заезжает. Зачем? Я давно ее кинул, когда она въезжала только. Но если ты видишь, Эви, ты не видишь, что я туда заезжал? Тебя там еще не было даже. Да как это не было? Да подмоги нет? Какая граната? Там у нас трое. Сиди, все, все. Мы бы из пистолета... Я тебе сказал, что не было. Русских слов не понимаешь. Я тебе видос залью, как не было. Я тебе стрим залью, как не было. А я тебе, а я. Заходит этот. Блять. 5 левел вовремя. У кого 5 левел? Кого убить? Уже убили. Черт. Все, иду. Или подмоги нету? Есть. Нет. А, чё ждём? Зови подмогу. Я уже нажал проверить с вами. Всё. Обходит. Убил. Слушай, он только чемодан. Вниз смотрю. Ты зад, наверное, посмотрел. Не хрест, наверное, сменился. Едет, с моей стороны, наверное, поедет. Угу. Так, он Клайд возьмешь его или кого он кидает? Отлично. У меня один миган. Вверху, да? Да. Войду. Блять, тут за углом у меня. Бил. Мертвый миган. Блять, грена. Центр. Там куча левых сзади у вас, аккуратно, кто пятый. Да блин, да, пятый. Все. НТЛ это не наш, да, я так понял. Ага. Так, главное, Баккард, смотри.
буду смотреть. Грен у тебя закинул. Мне? Промазал. Бегает в проход. Сейчас будет снизу и сверху, скорее всего. Долагаю, я долагал. Вообще ФПС главное бесит. Он сверху один, давай далеко. Все, занимайся тогда. Здесь у меня один. Блять. А, внутри это хрень. Граната, сядь за ящик. Да-да. Я ему тоже сейчас закину. Блин, лагает этого дыма, жесть. Он забежал направо, походу. Ой, тут Томиган. Еще дробовик, смотри, осторожно. Бакар. Я косу начисти. Смотрите вверх, потому что... А, я еще пусть дверь ему прокинул. Отлично. Пять заданий весь продаешь, отлично. Это только одно успели сделать без меня? Ну да. Наверное. Что там злой? Ну и козлину ты надо было тебя задавить. Я успел. Блин, сто лет с Джокером не играл. Что ж тебя сподвигло? Три часа. Я, короче, ностальгия. Чего-то мне надо качаться эти часы. Ну, давай, я качок нашел. Сейчас ты что делаешь? По-другому не надо качаться, да. Мне до 15-го меткого 2500 осталось. Терпи. Да. Хотя что туда в 3 слота ставить? Красные перки там нафиг нужны. Прыгнуть еще. Супермагазин второй можно. Я раньше бегал. People Quo. SH1T. Сам по себе вообще просто живет. Ага. У меня всегда так. Я уже привык, честно замечал. Когда еду. Еще один. Да, там сдалеко не стреляло. Тихо, да тихо! Зачем на горящую-то машину? Не, опять лаг вот. А, все, уже. Всех? Не тебя. Валент нам не родит, но бить всякую мразь. Кофеварочка чё? Так меня просто из района выкинул. Я тут вообще при чём? Ты же мою кофеварку не выкинула. А, все, краш. Не на Б поднялся на крышу. Мертвый. Что-то премиум закончился, меня просто гикнуло. А, ну да. Ой, на крыше сидит. А, взрывай тогда. Не могу. Не можи. Накидал ценой собственной жизни, взорвал, скорее всего, да. Угу. Суть нашей с тобой работы в том, чтобы уберечь Сан-Пару. Нарез погорчает, конечно. У меня тут двое. На крыше есть кто? Крыши к ним можно забраться?
А, на крышах все сидят. Но я с Джокером, я их сильно с такого расстояния. Я выцеливаю. Как ниндзя попробую. Как ниндзя я уже не попробую. Да ладно. Там серебряшка из голдовой на самой крыше. Я потратил слишком много сил, чтобы поставить все это. Опять пробиваться. 2 минуты на поджог. Да, Джокер, конечно, не дальнобойная пушка. Третий прицел ставь. Ну, вблизи мне не нравится тогда. Вблизи нормально будет убивать. Еще один. А, вот он, у меня. Ну, делай, нет. Делай пока. Захожу. Делаю. Тебя не кинет на миссию уже. Готово. Магомед. Крыша. На дороге, у которой был. И у меня сзади. Залежка долгая. Тебя двое, по-моему. Второго не видел, не знаю. На крыше. Я понял, должен... понял. Марк крышу видел. Займи. Вот эту крышу. Едет один. Ну ладно. Поджигаю. Готово, киллы. О, открыл как раз поджигалку максимально. Чуть-чуть догнуто. Угу. Ну, а убегают, ну. Отлично. С нулем убегают. Кажется, они не все понимают в этой игре. Титул поджигатель. Че, осмов? Ну, поехали. А? Осмов, фугас. Алиг. Алига, правда, нету. Даже не знаю. Ну, если они за кем перят, будет лучше. Ну, отлично. Где это? Жертва, вот он прямо. К нам в район пришли силовики. Хороший повод расчехлить оружие. Главное, чтобы сейчас не залагало. Давай, добивай, добивай. Силовики почему-то решили, что этот район принадлежит им. Хорошо ему там прилетело-то, эти двое. Ой, пятерочка. Машина горит. Или матушка, сзади. Это левый. Правда, левый. Еще Эви придет, то убьет. У меня уже ГПФ пошли. Еще подкреп. Опа, все, задавили меня.
такая бесшумная машинка-то? Они кикают постоянно кого-то. Ты спину аккуратно смотри. На, ну, сука. С двух сторон. Я говорю, они кикают, он там сзади появился, ну, да. Один. Два треника, два друга. Уол, Джекер скаут перестрелял, не поверю. Захожу опять. Мне уже пол клана, наверное, пол лямы должно. Вот это деск, всем первый говно. Раздаю. Блять. Мертвый деск. Бэкапа нету? Сзади осторожно. Как так-то? Залиты в усмерть, Дрокс. Танкоградс, клан. Холодно, опять тебя убили? Да. Да, я не понимаю. Ну, тренинги, они себя ведут неправильно. Угу. Нелогично. Как обычно, да, нелогично. Вот. Лак начали за весом. Мне попали. Поспешил. Что там по времени? Сколько? Бэкапа нету. А тебя нету. Не дадут. Нам вдруг дадут. Не зажали. На мосту уже. Блять, со всех сторон. Угу. Дальше. Нахули эти педики сначала убегали, блять, потом кикали. Рез прям перед носом перед скаутом. Теперь кемперед. Дрог закупся. Вот сейчас убегать будут. Опять скаут попал. Да бред, вдвоем опять. Ай, блядь, ну почти убил тихо, этого. Тихо. И скаут зареспился, ну прям напротив, ну. Прям с респауна. Меня к ним прямо на дороге кидало перед скаутом. Вообще бред. Время еще есть, так что, в принципе. Только надо как-то вместе, что ли. Скаута убил.
сейчас к тебе приду, подожди. Граната есть у тебя? Нету, кончились. Сейчас я открою. Они закидывают ударки. Все взял. Чат, как всегда, оживает. Война. Петя, я закутан сильно. Отходи. Третьего не вижу, а вижу внизу и... Там, внизу. Убил его. По нолям. Что у тебя? Могу коробку открыть. Давай, открывай. Сейчас я гранату сменю. Аккуратно подходит. Все, а я могу еще посидеть. Кончилось. Отлично. И этому тоже пришлось скату. Ренами кидают, я отхожу. Ай-яй-яй. Очень коцано. Смотри сзади тебя там, чтобы не вышли. Там один же еще. Да ну нафиг. Заумнили тебя. Он в прыжке с пистолета. С коробкой сел. Обратно сзади сверху. Заебал с ударками, ну. Стой, стой, стой. 15 секунд. Хорош. Блин, сижу и смотрю, просто насилуют. Стример не при делах. Все. Ну, что, выиграли? Да. Угу. Там тип один жесткий какой-то был. Не, прыжки с пистолетом. Не, скаут так себе. Скаут в открытую с 50 метров Джокер перестрелил. Профессиональный скаут. Да, я разок в месяц сыграю. Я пойду просто вайнить на иного. В саппорт? Я согласен с изречением балерины. The Red Cops. Бакарди, самолет. Один вылез, побежал. Вылез из машины и сделал свое дело. Сколько тут народу-то?
от головы твоей. Там доставку. Ты сейчас осмов был? Смов? В нашу сторону прилетел. Ну вот, где грудик едет, не мой коп. Сейчас точно замолчу. Да, вот грузы валяются. У меня быстро патроны кончаются. Не, вроде ничего нет. Что там за шутка? В могиле. Да. У тебя сейчас будет пайта, да. Это ВХшник? У меня груз. Груз там стенку у меня головой. Отлично. Такая прям скилловая тэшечка. Crazy Hands. Crazy без Hands. Чё за фигня? Бей, я попал не полный. Ты молчишь-то? А чё я молчу? Ты у меня спин, я сам стою. Смотрю. Не там смотрели. Положи на место. Поймал на грузе. Машина тут наша разбитая, так что можно использовать. Тишина такая. Угу. Дверка закрылась. Какой матрас у него лютый. Просто как пулемет строчит. Угу. Что-то у меня вовремя все залезают. Скелёнок маловато. В чат кто-то там строчит. Где-то что-то сейчас будет. Такие прям вообще классные. Их второго не добил. Фугас на гранату. Да. Тачки, может, какие. Ну, не успею же, наверное. Отлично же. Самое забавное, это VIP 1 на 1. VIP 1 на 11, когда у тебя 12 жизней, VIP 5, его видно. Так, повангуем, где появится. Вон, слева уже. Давай. Чё, Квайта потеряли, что ли? Отошёл. Шёл, отошёл. Сзади. Чуть-чуть помог. Стрелок ворошиловский с макросом. Начали
Господи, никудышки, ничего не могут без своего макроса. Ну вообще. Помог чуть-чуть. Перезаряжался просто. Дурацкая привычка после первого килла перезаряжаться. Пойдем. Там сейчас залезать будет. ПХ второго. Ну, значит, в лицо дробью получит. Вот мешается. Да. Что за бред? Как тебе? Хитпост какой-то жопе. Он вообще дохлый, как бы, не знаю, пулькитрин задел. Он Бакарди спрашивает, ты случайно не Джейми Джонс за Энфорсера? Кто? Джейми Джонс. Ну это мой аккаунт второй. Второй аккаунт. Второй там вот еще. Сейчас закидаем. Кто спрашивает? Акидик какой-то. Кстати, уже спрашивали. Блин. Хороший. Макросник вонючий. Хорош. Че, надо ставим каким-нибудь. Три раза отдался. Как-то не то. Ух, угас. Да? Толку убивается за лаг. Инсайдер что, уже вернулся? Накачался? Плюс 100 тонн жмешь? От груди. Мизинцы. Так, я отойду на 5 минут. Давай. Сайдер в игре. Придется опять сома фигачить. Да, им даже стрелять не надо.
парень-то походу вообще фута. Tenemos que hacer nada con ustedes. ¿Quién? ¡Aleja! ¡Otra vez! ¡No, no, no! Там уже на миссии? Да, меня эти двое насилуют. Подмога есть? Да, жми. А, жалко, поехать далеко. Оу. Что там подобрать? Опять те же друзья. Кстати, с читом бегал из клана Зарет безобразие. Диким читом просто. Жизнь 250 метров. Точка не горит вроде. Но мятая. Да нищие, ну какие-то, блин. Под мостом идет. Ну давай он шатать будет. Езжай, езжай, езжай. Да. Слушай, у меня машина есть, моя везу. Что, на это приехал? Не знаю, смотри, груз в ней взял. Сзади у меня едет один.
включаю. Блядь, он прыгнул с фугасом. Да чтоб тебя. Да. Ну это профессионал. Прыжки из машины начинает стрелять уже. Да, машина-то нет. Привези машину какую-нибудь. Да нет. Надо на евро зайти глянуть, как Джокер пофиксили. Минуту. Еду. Пятый. Оба здесь. Да, здесь. Одного убил. Сейчас до боевика уворачивайся. Второго убил. Давай, Вегас везу, он там два груза все надо. Мне начинает Джокер нравится снова. Это пушка для нуба. Все, не буду с ним бегать. Не, ну вообще кстати фикс постоянно. Поехали так. Садись. Не садится. Дробовик меня тоже радует, но только там постоянные густшоты. Очень постоянно. Не-не, я все не побегаю. Чего им что-то еще включил? Пулеметчик макросный. Нет у тебя второго? Есть. Хреново. Машинку сел. Еще хреновее. Уехал. За ним вообще. Так, у нас минута. Не знаю, хорошо это или плохо. Все-таки плохо. Сдал. Сучка. Нам груз привезли. Ой, не-не-не-не, иди в жопу. Чита раз, хрена. Обходи его, обходи с той стороны, что сюда пришел. Мы не успеем тут сейчас. Да. Машина-то у меня есть, там не успеем. Очень сильно. Они уже прикинь, уже здесь. Я пока тоже все. Спасибо всем за просмотр. Вечером попозже еще будем. Я пойду на новую пару. Окей, что за хрень вообще происходит?